Всем привет! Ребята, обещала записать видео, как в Инстаграме работать. Вот смотрите, вы заходите к себе на страничку. Вы тут все можете делать. Редактировать профиль, нажимаете на кнопочку. Здесь вы можете все поменять. Фото поставить, имя, имя пользователя, сайт свой вставить. То есть здесь вы пишете о себе. Далее, вот смотрите, это сделали. Что вы еще можете делать? Смотрите, есть прикольные такие штуки, как загрузка постов. То есть вы загружаете, нажимая на плюсик, выбираете, какую вам нужно фотографию и делаете пост. Но я сейчас не буду делать. Есть такая классная штука, как отложенный пост. Да, например, вот мы взяли, нажали на плюсик, берем фоточку какую-нибудь, сейчас что-нибудь возьму, ну, неважно, какую-нибудь, я не буду ее выкладывать. Что мы с ней можем делать? Если нажмем на две стрелочки слева, то мы ее уменьшим или нажмем увеличим. Если вы хотите несколько фото добавлять, нажимаете на последние вот эти двойные квадратики и начинаете выбирать фотки, которые вы будете добавлять. А, еще такая фишечка, сейчас скажу, развернусь. То есть на плюсик нажали, выбираете какую-то фотку, ну любую, делаем ее... сразу сокращаем, делаем маленькую, и когда добавляем вот эту вот, как это называется, каруселька, на двойной квадратик нажали, и добавляем много-много-много фотографий там разных, например, каких-то, то они сразу у нас делаются максимально маленькие. Вот это неудачно, я от нее отказываюсь. Например, еще какую-нибудь возьму с открыточкой. Вот, потом мы нажимаем «Далее». Еще раз, да, проверяем, то есть у нас вот все картинки будут в таком формате, в удобном для Инстаграм, чтобы было видно. Далее мы выбираем, где опубликовать, то есть, например, Facebook, Twitter, там, Одноклассники и так далее. Обязательно место, геолокацию. Если вы ставите геолокацию, то просмотров увеличивается примерно в 2 раза. Если не ставите геолокацию, то как бы с этим совершенно большие проблемы. Далее вы начинаете писать текст любой, какой-то пишете, и вдруг решили, чтобы пост выложить чуть-чуть попозже. Нажимаете стрелочку назад, поделиться вот это назад, еще раз назад, и он вам предлагает сбросить справки. Мы говорим отмена. Так, а что у нас сбросить? Не получилось, наверное, потому что много... много фоточек. То есть, когда если одна фотография, то он предлагает нам сохранить как черновик. И когда в следующий раз нажимаете опять на плюсик, то сначала выйдут черновики. И вы выберете тот черновичок, который вы подготовили, и с ним будете продолжать работать. Ну, надеюсь, понятно. Да, я просто сразу захотела объять необъятное. Следующий запрос, который мне делали, это как вообще добавлять людей, как их искать. Смотрите, у нас здесь внизу есть лупа. Нажимаем на лупу. Наверху строчка с лупой. Пишем «Найти». И вводите, как вы можете искать по людям, например, там по фамилии. Можете искать по хэштегу. Например, мне, чтобы добавить людей, я, например, хочу сегодня выбирать свою целевую аудиторию «Мамы». «Мамы». Нажимаю метки, где сверху видите люди, метки, места, мамы. И у нас тут, видите, выходит мама дочь, мама дочки, мама 38, мама в декрете. То есть мы выбираем любой хэштег, выбираем, у нас подгружаются картинки все, и мы начинаем что с вами делать. Я как бы вот эту первую девятку, самые популярные, то есть это явно люди какие-то уже такие продвинутые, я их пропускаю и начинаю открывать, например, открываю... Первый, вижу, что это реклама, да, продажи шапочки, неинтересно. Вот здесь я вижу, что как бы просто домашние салаты, ПП, я ставлю лайк. Если я в это время хочу подписаться, я сначала открою страничку человека и посмотрю, что она делает. Выплаты моментальные, то есть человек занимается бизнесом, и я ухожу с этой странички, не подписываюсь. Следующее, нажимаю человека. Открываю, смотрю, мама, мама, Вареньки, город Сургут. Отлично, я нажимаю подписаться. Можно нажать вот здесь вот на 3 строчки с точечками. И вся лента откроется вот так вот, не квадратиками, а лентой пойдет. И несколько штучек можно пролайкать, чтобы как бы, ну, человеку показать, что мы на него обратили внимание, мы подписались. Да, и мы с человеком как бы взаимодействуем. То есть вот таким образом мы делаем лайки и подписки. А можно еще делать вот так, например, я сегодня выложила пост, где я? Выложила пост с Валентинкой.
я нажимаю на свой же хэштег, например, праздник, хэштег праздник, и грузятся все праздники, кто сегодня выкладывал с праздниками, и начинаю открывать. Смотрю, да, реальный человек просто лайкнула. Главное, считайте, чтобы это лайков было не более там 60. Лайкнула, где там, ну, что-то неприятное, нехорошее, я пробегаю мимо. То есть я ищу, где вот реально простые люди. Что это без обработки там фоток и так далее. То есть реально простые, классные ребята, которые увидят, что мы их лайкали, им тоже будет интересно посмотреть, кто их лайкнул. Так, дальше, дальше листаем. Вот так. Но если я подписываюсь, то я сначала открываю человека обязательно. Я открываю, смотрю, кто это, фигурки на заказ, зачем мне на него подписываться. Листаю дальше, вижу девушка на фото, нормальная, что она? Музыкальная группа, тры-ты-ты, ну, можно подписаться. Опять же, подписалась, сразу несколько лайков ставлю, чтобы показать человеку свою вовлеченность в ее страничку, заинтересованность какую-то. Можно написать комментарий какой-то, ну, прикольный там комментарий, всегда людям приятно видеть. Вот таким образом мы делаем простые действия по привлечению людей. Кстати, комментарии работают вообще очень классно. То есть, когда мы что-то пишем людям, они в первую очередь на это обращают внимание. То есть, а кто это мне написал? А что это за человек? Они к вам зайдут на страничку и начнут вас лайкать тоже. Может быть, подпишутся, если вам страничка понравилась и так далее. Ребят, ну вот, в принципе, наверное, все для этого эфира. Нам достаточно информации. Сейчас выгружу вам, что где посмотреть. И желаю вам успехов. До встречи. Пока-пока.